Сейчас я несколько слов скажу. Значит, этот опус однажды я услышала, сказала: Паша, это же лучшая песня вообще у тебя. С ней все ясно. И у меня сразу такая появилась идея спеть эту песню с большим количеством людей. Вот у нас сегодня достаточное количество. То есть у нас есть солисты, а мы с вами будем, так сказать, хором, да, который будет на подхвате. Но стихи да. очень известного автора. Она поэтому, очень короткая песня. Поэтому вы сразу поймете, что надо петь. Я с вами, да, а не солисты, а мы вот с вами будем работать. Поэтому внимательно следите за моими руками. И не стесняйтесь, мы поем сейчас. Стихи вместе. Чуковского. Чуковского, все помнят? Фрагмент. Из как это? Из кантаты. Ну, фрагменты из вот этой сказки. Ехали медведи на велосипеде. Быстренько все вспомнили слова. Внимание, пожалуйста. Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед. А за ним комарики на воздушном шарике. А за ними раки на хромой собаке. Львы в автомобиле, волки на кобыле, собачки в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Спасибо.